Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Хотели вот уточнить, кто ведет расследование и какие основные версии вот на этот момент. Наши соболезнования. Спасибо большое. Я могу сказать, что по состоянию на эту минуту ничего не поменялось. В принципе, расследуются все три версии, о которых вы ранее озвучивали в эфире. Опять-таки, мы можем говорить сейчас о каких-то только догадках или еще о чем-то. Но задача сейчас следователей — расследовать абсолютно каждую из версий, перепроверить абсолютно все, и тогда будет обязательно официальный ответ, потому что как бы, мы понимаем, что общество в том числе должно узнать правду, поэтому мы обязательно об этом расскажем. Но сейчас, чтобы не вводить никого в оману, чтобы не было никаких, скажем, других моментов или недодумок, или чего-то недосказанного, я предлагаю остановиться на трех версиях, которые расследуются сейчас, которые являются главными. После уже детального анализа мы обязательно обо всем расскажем. Да, вот и одна из версий — это вот сложные погодные условия. Бровары находились без света, и на высотных домах не работали маяки для авиации. А света в броварах нет, потому что Россия уничтожает энергосистему Украины. И страдают в первую очередь гражданские, да, от страны террориста. Я могу только добавить то, что сказал наш президент, когда он говорил, что нет уже случайностей, нет уже таких случаев, чтобы это там произошло. Это все следствие войны, потому что министр в том числе летел по задачам войны непосредственно, прифронтовые территории. Поэтому это нельзя назвать, что там, не знаю, знаете, какие-то, что это могло бы произойти в мирное время. Нет, это произошло во время войны. Поэтому это все действительно можно относить, как и сказал президент, к именно наследию войны. Да, я хотела бы процитировать, вот что сказал Владимир Зеленский. Это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя, это все результат войны. Ракеты, которые бьют по нашим людям, гражданскому населению, погибшие дети. Каждая смерть – результат войны. Да, и вы правильно сказали, что не было бы войны, да, не было бы этой командировки в Харьковскую область, которую постоянно обстреливают. И куда вот делегация МВД и летела? Да, это так и есть, поэтому я тут абсолютно солидарен с нашим президентом, потому что это все следствие вины. Опять-таки, мы не можем говорить по состоянию на сейчас о каких-то предположениях или о вариантах, но даже если вдруг подтвердится один из вариантов, который есть, что, как вы говорили, там, например, нету света, это тоже следствие войны, обстрела мирного населения, обстрела критической инфраструктуры и то, что город был без света. Поэтому, но опять-таки, более подробно мы, конечно же, сможем поговорить уже по официальному завершению расследования. Сейчас пока так. А вот почему вся команда летела в одном вертолете? То есть хотели как можно быстрее добраться до Харьковской области? Там была работа. Смотрите, это война, и очень часто нужно принимать очень быстро и много решений. Особенно если, я скажу как человек, который был близким в команде министра, это нескончаемый поток вопросов. Когда ты даже находишься в приемной министра, то перед тобой кто-то заходит, после тебя кто-то выходит. То есть это постоянный поток действий. Это тысячи решений каждый день. И очень часто, и это был принцип нашего министра, в том, чтобы принимать эти решения, в том числе перебывая непосредственно на тех территориях, не только находясь там в Киеве, в кабинете, а чтобы видеть в том числе своими глазами, а не читать только то, что тебе докладывают непосредственно. Поэтому это тысячу решений. И вот опять-таки, даже по составу я могу сказать, что были изменения некоторые в последний момент. Поэтому, опять-таки, я не готов сейчас говорить, было это правильно, это неправильно. Это сейчас произошло, это большая трагедия для нас, для государства. А там уже, я думаю, следователи будут разбираться, что и как, что было правильно, что неправильно. Но результат по состоянию на сейчас, он именно таков. Но еще раз говорю, это были вынужденные срочные вопросы, которые были жизненно важны для нашей страны, для защиты нашей страны, для обороноздатности. Обороноспособности нашей страны. Поэтому министр и команда вылетели в срочном порядке на передовую. Вот какие задачи ставил вот в это военное время министр Денис Монастырский своим подчиненным? И какие, может, его наставления каждый из рядов МВС будет считать своим долгом продолжить?
Смотрите, я могу сказать, что на самом деле, если разобраться, министерство и задачи министерства на период военного времени поменялись на процентов 80. То есть, если мы говорим там, в мирное время до начала войны, и национальная полиция Украины, и национальная гвардия занимались абсолютно другими задачами. Потому что это в первую очередь гражданский правоохранительный орган, который занимался там, расследованием дел, там, национальная гвардия, например, там, конвоированием заключенных, там, охраной объектов там, критической инфраструктуры и много чего другого. То сейчас и национальная полиция Украины, вы знаете, что у нас есть специальные отряды, когда они наравне с вооруженными силами Украины берут участие. Если мы говорим, там, например, о национальной гвардии Украины, то 80, еще раз подчеркну, 80% всего личного состава Национальной гвардии берет активное, еще раз, не где-то, а активное участие в боевых действиях. И сейчас с нами создаются еще дополнительно новые бригады непосредственно. Если мы даже вспомним о наших героях из Азовстали, то вы вспомните, что там были и приграничники, которые то также в системе Министерства внутренних дел. Там были ребята с Национальной гвардии Украины. Сам батальон Азов, он также принадлежит к Национальной гвардии Украины. Там были полицейские и много других. Поэтому, конечно же, главной задачей, и вот министр всегда говорил одну и ту же фразу постоянно, что наше министерство, это было его, возможно, не знаю, такая, я не могу сказать, наверное, мечта, но он всегда называл, что Министерство внутренних дел – это министерство вашей безопасности. И вот все, чем занимались и будут заниматься дальше, все органы Министерства внутренних дел – это для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, это для того, чтобы освобождать наши территории, отвоевывать, и люди действительно чувствовали, что это Министерство безопасности. Ну вот Роспропаганда не прошла мимо этой трагедии, наплодили десятки версий, что вертолет расстреляли с земли, какие-то киллеры, и что он пытался приземлиться на крышу детского садика, и что столкнулся с беспилотником. Да? Как это все можно прокомментировать? И для кого все это забрасывается? Это да, для своей внутренней аудитории? Смотрите, они, знаете, делают эти фейки, понятно, что, мне кажется, так как я особенно являюсь членом команды именно в информационном плане, то я могу сказать, что все эти фейки, они не работают уже давным-давно на территории Украины, в принципе. В принципе, я бы сказал, там, все, что, в принципе, изготавливает, если можно так сказать, или подготавливает российская пропаганда и так дальше, оно сделано исключительно для своей внутренней аудитории. Я думаю, что им нужно в том числе дать некоторое зрелище, чтобы отвлечь внимание своего народа от тех ошибок и тех потерь, которые они в последнее время терпели непосредственно на линии фронта. Поэтому, конечно же, если народ их будет, я не знаю, там, неделю обсуждать эти все вопросы, будут постоянно появляться у них новые версии, им же лучше, потому что они будут задаваться вопросами, например, по поводу, сколько, извините, пушечного мяса они положили под Солидаром, где там просто горы. Вот я сейчас там не утрирую или не хочу там сказать как-то более красноречиво, а в прямом смысле этого слова, когда одни трупы лежат на других. Поэтому, конечно же, они будут дальше это делать, чтобы чем больше будут они говорить о трагедии, которая произошла у нас, тем меньше они будут задаваться вопросами, что произошло в Солидаре, что произошло под Бахмутом и так дальше. А можете вот немного больше, раз вы коснулись этой темы, рассказать, какая сейчас обстановка вот и в Солидаре, и в Бахмуте? Ситуация тяжелая, я бы сказал, наверное, тяжелая, но стабильная все-таки. Благодаря нашим бойцам, благодаря их героизму, которые стоят уже, вот которое время охраняют эти территории, стоят. Я могу сказать, что, например, в том числе в Бахмуте, о котором я сказал, также дислоцируются и берут с самого первого дня непосредственных штурмовых действий в обороне бойцы Национальной гвардии Украины, которые совместно с вооруженными силами Украины охраняют это направление. И, конечно же, как мы видим, пока у врага нет никаких абсолютно там побед, хотя вы помните, что они публично даже грозились уже и до Нового года, и много других обещаний они уже давали по Бахмуту, но пока у них ничего не получилось. Поэтому могу сказать, что
лучше, наверное, без деталей. Есть сводки каждый день Генерального штаба Украины, которые в деталях уже все рассказывают. Но могу сказать, что наши бойцы там стоят, и я уверен, продолжат стоять, да пока мы не получим, наконец-таки, достаточно вооружений. Вы знаете, что сегодня также проходит в Рамштайме. Я надеюсь, что мы очень много хороших новостей услышим по поводу вооружения. Дождемся этого вооружения, сможем пойти в контрнаступление, чтобы освободить всю Донецкую и не только Донецкую область. Ну и вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разговор, министр с командой летели в Харьковскую область. Там продолжается комплекс мер по деоккупации и стабилизации, и эта работа будет продолжена. Обязательно. В этом и есть суть любой структуры, что не в зависимости на то, что бы ни произошло, действительно, команда вся очень сильно опустошенная. Я думаю, что это, в принципе, логично. И я могу сказать, что мне, наверное, как человеку тут очень в том числе приятно, что это действительно, я бы сейчас не хотел там кого-то сравнивать или что, но очень много мы видим людей, комментариев, много чего. То есть о том, что скорбит не только команда, скорбит вся страна на самом деле. И действительно, команда показывала свою эффективность. Это команда, которая брала активное участие в том, чтобы там не сдали Киев и много других операций, которые помогали выстоять нам в этой войне. Поэтому на самом деле могу сказать, что наша задача продолжать то, что мы делаем. И я уверен, что каждый из ЦОВок, который находится в структуре Министерства внутренних дел, продолжит свое дело. Спасатели продолжат, несмотря ни на что, спасать людей, эвакуировать. Наша национальная гвардия, национальная полиция продолжат давать бой непосредственно на своих участках, на линии фронта, а также в мирной жизни. Мы обязательно, конечно же, продолжим наше дело, дело министра. Еще раз хотели бы выразить свои соболезнования в связи с этой утратой всему коллективу МВД и семьям погибших и пострадавших в самих Броварах. Спасибо, что вышли в наш эфир и рассказали последнюю информацию. Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины, был с нами на связи.